В Ульяновске стартовал последний этап чемпионата России по ралли-рейдам «Баха-Симбирский тракт». Пандемия COVID-19 наложила ограничения на все. Из запланированных 5 рейдов в этом сезоне состоялось только 3. Ульяновский этап тоже был под вопросом, однако спортсменам удалось соблюсти все правила, наложенные коронавирусной опасностью, и согласовать мероприятия с администрациями всех уровней. Кстати, «Симбирский тракт» решено сделать финальным. Именно поэтому у нас определится победитель всероссийского чемпионата. Организаторы и спортсмены ульяновскими трассами довольны. Ну, для нашей команды это завершающая гонка в этом сезоне. Попытаемся побороться за второе и третье место. Экипаж Андрей Сушенцов, Игорь Питенко. Ну, я в Ульяновске не первый раз. В прошлом году как раз вот на этом автомобиле, на заключительном этапе, я тогда въехал в гоночный газ, собственно говоря, что двигатель ушел в салон. Но после этого вот достаточно нормально откатал чемпионат. Сейчас я на втором месте в классе серийные подготовленные. Поэтому вот сейчас с товарищами будем бороться за победу. А трасса интересная. Ульяновск всегда славился трехмерными трассами. Очень много сложностей и антиковидные ограничения. Но мы в результате диалога и с властью, и с администрацией находим какие-то общие моменты. И нам разрешают, и мы как бы стараемся все соблюдать, чтобы у нас все было правильно. Поэтому сложно, но все возможно, и при должных усилиях все можно сделать на достаточно хорошем, высоком уровне. Всероссийское автособытие не обошлось без участия представителей Ульяновской региональной ассоциации территориальных общественных самоуправлений. Пока участие ассоциации ограничивается одним экипажем. Содержать машину для ралли – дело недешевое, особенно для общественников. Участвуем не первый раз, представляем как бы ТОС «Дубовая роща» и ассоциация ТОС, как бы совместно, они нам помогают маленько. Вот. Ну и как бы вот надеемся с помощью на победы. Прямо перед стартом мало кто соглашался пообщаться. У спортсменов есть много примет и суеверий на этот счет. Однако нашлись и те, кто, будучи уверен в своих силах, был готов рассказывать о своем любимом деле и спортивных надеждах. Мы боремся за подиум, поэтому у нас будет решаться, собственно говоря, итоги года. Будем надеяться, что техника выдержит, и, собственно говоря, мы получим то, за что мы боролись весь сезон. Традиционно у нас проходит эта гонка зимняя в это время. Только обычно она совмещена с первым этапом следующего сезона. В этом году у нас, соответственно, последний этап чемпионата России. Погода радует, как обычно, морозец. Я думаю, гонка будет интересная. Ну и экипажи очень достойные, очень сильные. Квалификационный старт прозвучал 3 декабря. 5 декабря гонки за победой увенчаются успехом одного из участников. Мы желаем ульяновцам победы во всероссийском чемпионате, ведь именно наш город – родина самого известного в нашей стране и за рубежом внедорожника. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.